Всем хрю, с вами Бига Хрю. Всем добра, с вами Добрый. Ребята, сегодня мы начинаем выживание 100 дней на одном блоке. Мы с Кабанчиком решили просто попробовать пройти один блок за 100 дней. Интересно, как думаешь, мы сможем убить дракона там или что-нибудь? Ну, я думаю, мы на 4-м дне взорвемся от крипера и умрем. Ну, а это-то ладно, просто главное пройти. Ну, не знаю, давай посмотрим. Сначала нужно просто покопать блок. Начинаем. Я упал. Я тоже. Я же говорил, мы и дня не проживем. Ладно, неважно, просто почему-то появилась листва. Что? Вроде такого не было раньше. Что делать? А у тебя вообще падают блоки, Добрый? Так, о, мне упал блок, я ставлю рядом. Добрый, ну поставь уже, да. Я поставил. Все. Опа. Это какой-то, кстати, другой блок, смотри-ка. Он не такой, как был раньше. Какое-то достижение очень громкое. Глина какая-то. Тут вроде не было глины, и подзола тоже не было. Блоки вылетают, кабан, лови. Ты чё копаешь-то? А чего они как разлетаются-то? Я не знаю, ладно. Все, тогда ставь досочки. Досочки ставить? Можешь верстак поставлю? Ну, хотя можешь верстак, в принципе, поставить. Так, дерево. Отлично. Все, в принципе, пока идет, ну, хорошо, более-менее. Не считая начала, конечно. Но блоки почему-то улетают просто. Что за фигня? Надо, видимо, расширять площадочку, кабанчик. Да, сейчас. Вообще странно, кстати. Я вот копаю и не понимаю. Они прямо очень сильно улетают. Что за фигня? Надо ловить. Трава откуда-то. По-моему, такого не должно быть. Мы когда играли с Фиксом, была просто земля. Первые, наверное, часа два. Возможно, это потому, что у нас обновилась версия. То есть тогда мы играли на 1.15.2, а сейчас играем на 1.16.4. Так, я поймал. Все, вроде бы более-менее нормально. Уже начинает прорисовываться небольшой островок. И это только первый день. Тем временем у меня уже 6 дерева. Да, Добрый, тем временем я уже сделал сундук. Хорош. И у нас пошел дождь. Как же я его ненавижу, этот дождь на одном блоке. Добрый. Что? Где блок? Так, наверное, вот он. Да, все, надо его пометить как-то. Ну, ты знаешь, что он будет около верстака у нас. Кстати, кабанчик, не забывай, в любой момент может появиться какой-нибудь враждебный моб. Это я помню всегда. Держи тоже лопату, лопата копается Добрый быстрее. Я пока что буду обустраивать нашу площадочку. Ошибок совершать не будем прошлых, поэтому я сразу начну делать из полублоков. Так, ребяточки, наступил день 3, и как вы можете заметить, мы немножечко уже неплохо так расширились. Да, мы перешли на вторую стадию, то есть у нас теперь будет булыжник. Посадили вот здесь вот один саженец. У нас появилось очень много животных, ну не очень пока много, но вот одна курочка, две свинюшки и корова. И кабан построил для нас дом. Это домик для нас, и теперь нужно построить загон уже для животных. Ну, я решил этим заняться, так как у меня очень хорошо получается строить. Давай, я пока подобываю блок еще. Да, на, держи кирку, я пошел строить, кстати. Держи яйцо. Так, каменный век, делаю себе каменную кирочку. Так, ну все, ребята, я сейчас вам построю такие хоромы, вы просто будете в шоке. Так, строим загон. Так, я на самом деле очень боюсь, что сейчас появится крипер и убьет нас. Но, надеюсь, этого не произойдет. Сделай меч на всякий. Он вроде как раз на второй стадии появляется, да? Добрый, я уже не помню, столько времени прошло с последнего момента, как мы играли один блок. Так, ладно, чуть-чуть по-другому я сделаю заборчик. Первое железо, кабанчик, первое железо. Ну, да? Отлично, Добрый. Ай, блин, кабанчик, мы с тобой опять обосрались. Как? Зачем ты ломаешь забор опять? Я хочу по фэншую сделать. Хорошо. Мы с тобой опять забыли поставить блок под блоком. А, это чтобы гравий-то падал нормально. Да, у нас сейчас просто где-то 5 гравия там бежало. Так, нам с перехода на вторую стадию дали ведро воды. Иди спустись, построй. Сейчас попробуем. Кстати, нам уже надо будет скоро делать ферму, потому что, ну, жрать нечего, в принципе. Только если курочку вот эту съесть. Так, ну небольшой заборчик готов. Что такое? А, все хорошо, да-да-да. Так, есть еще 2 яйца. Разбивать об голову? Разбивай, конечно. Не получилось. Печально. Так, все, я поставил блок, теперь гравий не должен падать. Опа, уголь, хорошо. Можно, в принципе, уже делать печку. Кабанчик, и я предлагаю, пока у нас еще, ну, вещи не такие большие, то перенести все в дом, потому что мало ли крипер взорвется тут. Хорошо, Добрый, перенесем все в дом. Я пока доделываю дом для наших животных. То есть, подожди, вот это ты построил для нас, а вот тут вот ты строишь для животных? Да, они же наши друзья. Так может мы сюда переселимся, а они туда будут? Они там уже в принципе обосновались, нормально, вон свинья на печке стоит. Хряквы должны жить в красивых обустроенных домах, так что Добрый, нет. Ты же тоже хряква, ты должен жить в доме нормальном. На улице поспим, нам не привыкать. Может хотя бы крышу сделаем у нашего дома? Так, и поставим немножечко земли, чтобы хряквы паслись, там куры клевали, лошади там у нас еще будут, потом тоже все ели, вкусно им было и хорошо. Курочке уже нравится тут. Так, и ребята, вы наверное думаете, что мы вообще
полные дебилы, и мы просрали блок травы. И я вам отвечу, да, мы дебилы. Стоп, просрали блок травы, серьезно, добрый. Но нам повезло, и нам с сундука выпал блок травы, поэтому мы сейчас ставим сюда его. Прекрасно, повезло. И тогда, я думаю, все пойдет. Надо было в середину его поставить, да? Ну, получается, мы все равно обосрались, и мы дебилы. Ну ладно, в принципе, если что, подождем, это не страшно, у нас, в принципе, дней еще дофига в запасе. Так что, все, начинаем дальше строить и копать, и строить и копать. Ребята, наступил 10-й день, и сейчас еще идет даже ночь, и мы хотим похвастаться, чего мы достигли за все это долгое время. Ребят, смотрите, какой у нас получился большой, красивый загон. И посмотрите как бы на наш дом. У нас две кровати стоят, мы пройти даже не можем. Кстати, да. Кстати, да. И мы сделали, ребяточки, вот такую вот ферму небольшую, грядочку. Сделали ферму дерева. Правда, надо будет ее удлинить, потому что дерева не хватает. Медленно растет слишком. Сделали вот такую вот фармилку мобов. Вы посмотрите просто, сколько их там. Господи, они начинают стрелять в меня, кабан. Добрый, ну ты аккуратней. Смотри, там же криперы. Если подойдешь, тебя просто взорвут. Или скелеты столкнут. Так что, добренький. Давай, я так пару раз уже сдох, если честно. Я за паутиной ходил, чтобы кровати нам сделать. Вот, мы перешли на снежную стадию. И, кстати, кабанчик, перед тем, как мы перешли, у нас выпал лед. Где? Вот, лед. То есть мы теперь сможем сделать бесконечный источник. Так, хорошо. Его нужно просто сломать, да, получается? Да, киркой, главное. Где бы нам его поставить? Зачем тебе ведерко вообще? У нас два льда. А, два? Все, отлично. Да, 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 две штучки. У тебя есть дерево? А, да, конечно, добрый. Вот, сделай, пожалуйста, досочки здесь поставь. Хотя как-то надо. Хотя, возможно, надо будет ведерко все-таки, потому что нам придется поставить под бесконечным источником еще одну штучку. Ставить доски-то нет. Ну, ставь. А еще куда? Что надо делать-то? Ставь в форме бесконечного источника, кабан. То есть моя любимая форма. Квадратик. Знаешь, такой. Фигурку. Да. Все, сделал. Отлично. Теперь тебе надо успеть спрыгнуть и поставить блоки под низом. Хорош, кабанчик. Ладно, можно было по воде спуститься, но так быстрее. Так, ну что, ты там поставил, нет? Да нет еще. Сейчас ты еще доску не поставил сюда. Делаем так, ломай. Отлично. И делаем вот так вот. Ломай. Все, у нас есть бесконечный источник, кабанчик. Отлично. Ю-ху! Теперь мы можем воды. Эту грядочку просто, ну, до бесконечных размеров развить. Кабан, ты что, с ума сошел? Ну да, это была плохая идея делать эту площадочку. Нам надо как-то добраться до эндермена и убить его. Они там сами между собой дерутся уже. Да, все, давай поспим. Так, а что у нас? А у нас ворота открылись, кабан. Тогда они сломались. Все, нам жопа, кажется. Главное, чтобы криперы не прошли. Добрый, защищайся. Отлично. Блин, надо щит было сделать, я забыл. Чего быстрый? Все, сейчас будем драться с эндерменом, кабанчик. Ты готов? Я готов. Так, на, получай. На, давай, мочи его. Корову не убей. Убил! Все, выпало. Выпал. Отлично, кабанчик. Так, я предлагаю сейчас быстренько сделать вот так вот. Опа, а все, не пройдете, да, лохи? Опа, давайте, падайте. Добрый, ты лучше не играй с огнем так. Да нормально, все, я держу все под контролем. Нам же нужен порох будет, наверное. Хотя, в принципе, зачем? Зачем, добрый? Пойдем лучше, я не знаю, блок копать. У нас вообще-то новая стадия, третья, снежная. Блин. Отвлек меня. Все, давай копать. Ребяточки, мы перешли на четвертую стадию, и тем временем у нас уже 25-й день. Тяжелый день. Я на самом деле очень всей душой ненавижу эту снежную стадию, потому что там одни лисы. А ты что тут делаешь? У меня отличные новости. Мы наконец-то построили дом. Нормальный. Хотел бы я сказать, но это дом для свиней, потому что им уже там тесно. А мы до сих пор в этой говне не живем. Вы посмотрите, какой красивый дом у наших хрюнтиков. Мы за это время немножко расширили грядочки и ферму дерева также. И немножко уменьшили вон ту моп-армилку, но их все равно там дофига спавнится. Что за фигня вообще? Как вот их убивать? Может, они там сами друг друга переубивают? Лучше не подходи, да, аккуратней. Хорошо. Также, ребяточки, у нас появилось два друга. Два больших Потапыча. Но они подружились с коровами, поэтому сидят с ними в загоне. Да, также у нас, ну, мухомор, она вроде бы еще у нас и в том была, в той части. И также собачки, которые охраняют наших свинюшек. Да, и это все только за 25-й день. Кстати, добрый, у нас только коров, а где наша кожаная броня? Надо сделать бы, да. Согласен. Давай хоть немножко покопаем.
покопаем? Да, давай покопай немножко. На самом деле, кабанчик, нам нужно срочно делать мобофармилку нормальную. Но нам так лень, если честно, ребятки, заниматься, потому что это очень долго, очень сложно. Так, что там интересно выпадает? С о, новые ресурсы. Самое скучное. Нет, подожди, красивые же ресурсы. Можно что-нибудь построить из них? Только обустроить, да, но не более. Блин, у меня уже весь инвентарь засрался. Так. О, кабанчик, песок, наконец-то мы сможем сделать... Окна для наших свиней. Да, то я уже задолбался делать решетки и прятать их. Пусть на самом деле нет, кабан. Дня через три мы точно начинаем делать дом нормальный, потому что это уже, ну, ни в какие ворота. Ты уверен? Даже в нашем доме свинья поселилась, понимаешь? Ну, подумаешь, просто мало места. Ну, с кем не бывает. Так, может, надо сократить численность как-то их? Не знаю, добрый. Так, тогда, кабанчик, мы сейчас должны очень много дерева накопать, чтобы, ну, накопать, срубить как бы, вот, чтобы сделать мобофармилку нормально. Добрый! Черепашка! Вау, черепашка! Так, а у нас давай есть куда ее поселить это... вообще? Да, бесконечный источник воды. Да подожди, надо будет ей бассейн отдельно сделать. Ладно, надеюсь, она тут у нас ничего не зажрет. А, она сама ползет в грядочке, видимо, купаться. Так, о, золото, отлично. Фига, какие кораллы прикольные. Зачем они вообще нужны нам, только я не понимаю. Они же все говенные. Строй дом, добрый. Вот из этого будем строить дом. А, ну... Да, как обычно. Ой, крипер отпугивает, блин. Ну ладно. Кто крипер отпугивает? Спрут криперов отпугивает. Это ты где взял такое? Ты что, добрый, даже майнкрафтер знает. Я первый раз слышу. Ребята, напишите в комментариях, отпугивает ли спрут криперов. Потому что, по-моему, криперов отпугивает оцелот. А, да? А я-то думаю, где взаимосвязь? То есть, если у тебя нет спрута, то... О, здравствуйте, а чё это вы? Куда он это вы тоже пошли? Пошел в нашу а грядочку. А чё он даже не бьет нас? Не понял. Да он грядку пошёл. А, он просто покупаться хочет. Ну давай, давай. Это будет Валера. А чё, кстати, он реально добрый походу. Добрый, даже у него есть кожаная броня. Все, пойдем убивать коров и делать кожаную броню. О, арбузик вырос, кстати, надо покушать. Кабанчик, я докопал. А-а-а. Новая стадия. Да, ты докопал? У-у-у. Наконец-то. А я тут посмотрел нашу фармилку новую. Боже, какая же она прекрасная, ребят, смотрите. Конечно, а я ее строил, ладно, блин, дней 20. Ребята, смотрите, пока что, и этот, сюда идите. 54-й день у нас. За это время мы, как видите, вы дошли до второй, ой, до какой второй? Уже до пятой получается, да? Или какой? Я уже забыл, если честно. Погоди, что за булыжник? Это же вторая стадия, почему один булыжник? Да нет, это пятая, там он какой-то дурацкий. Я, кстати, не успел прочитать, что за стадия, поэтому неважно, я уже забыл. Вот, мы, смотрите, ребята, вырастили три огромных дуба. Да-да. Ну и как бы самое главное, у нас наконец-таки появился нормальный, блин, дом. Смотрите, какой он понтовый. Здесь у нас морские свинки, рыбки, значит, черепашки две, да. И вот такой вот шикардосный пол. Да, ребята, мы делали это 30 дней. Поэтому мы особо не сдвинулись в стадии, всего лишь одну прошли. Поэтому вот, но зато у нас теперь красивенько, зато теперь у нас фармилочка и красивый домик. Со свиньей. Почему-то, почему везде свиньи, ты мне скажи. Почему они даже в бассейне нашем плавают? Морская свинка, чё? А, да? Ну ладно. Так, кстати, да, пшеничка у нас нормально так подросла. Блин. Опа, кого я нашел в пшеничке? Кого? Спряталась. Шпион? Стоп, а где? Чё? Где он? Валера! Валера, ты где? Какой Валера, ты о чем? Добрый, ты за 30 дней забыл нашего друга болотного. Так... Он уже давно умер. Как это? Мы его вроде убили даже. А, даже так? Я, если честно, уже не помню, что мы с ним сделали, поэтому неважно. Погоди, саженец акации. Это у меня откуда саженец акации? Да это там сундуков навыпадало у меня, я там складывал тоже. Может, ты подобрал случайно. А, я понял, где мы. Слушай, добрый, мы в джунглях. Сейчас панды, попугаи, вот эти все ребята о, будут падать. О, господи, еще столько ж загонов строить, ну зачем жизнь? Ладно, в принципе, панд можно. С что? Тобой, если что, надо уже к жителям готовиться. Домики им начинает строить, так что тут даже не только загонов дело. Я только думал, сейчас расслабимся, просто покопаем блок, ничего не будем строить. Ага, да, размечтался. Ой, господи, ладно, собираем арбузики. Да, кстати, ребята, это уже не первые наши алмазы. У нас еще два алмаза вот в сундучках лежат. Мои первые, я первый раз копал. Поэтому, кабанчик, предлагаю сделать нам алмазную кирочку. Слушай, мне как раз. Давай. А почему я, кстати... А, ну у нас железа мало, точно. Я думаю, почему я каменными инструментами уже 54 день, я с каменным топором хожу, блин. Не-не-не, у меня вот на 6. О, железо. Вот еще железо, вот еще железо, вот еще железо, вот еще железо. О, неплохая, кстати, стадия джунглей, мне нравится.
Железа, да, в принципе, много. Ой, подожди, а нам сейчас же могут выпасть еще саженцы этих тропических деревьев больших. О, господи, кабан! Нет, 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 быстрее, 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 быстрее. Так, тихо, меня убили. Мне тоже. А почему я здесь появился в свиньях? Надо выйти как-то. Быстро, быстро, свинюшки, не уходите. Добить, 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 вреден. Все. Так, все, всех вроде убили. Ты смотри, у нас есть теперь вот такой вот булыжник. Как он там называется? Я забыл. Замшевый, заш, замшу, зашу, заш, жам, замшелый, за... Давай, ладно, копай дальше, это не твое. Я пойду лучше мобов поформлю. На самом деле у нас очень много всяких блоков, которые мы не используем. Это типа там, ну, глина, допустим. У нас вообще кирпич. Кирпичного ничего нету, поэтому надо исправлять, кабанчик. Делаем загон для панты из кирпича. В смысле? Реально из кирпича? Ну, почему бы и нет? Формилка просто, ребят, я не знаю, такой кайф. Ладно, все, хватит бить мобов, надо делать загоны. Ладно, уговорил. Добрый, я докопал. Че докопал? До новой стадии. Мы прошли джунгли. В смысле хорош. Уже? Хорош. Ну, довольно быстро, в принципе. Сколько дней прошло? 68-й, это получается... 54, вроде да, бы... 14 дней. 14 дней 54? Было уже, да? Там разве было? 56 вроде. 54, добрый. Да? Ну я уже забыл, ладно. Короче, ребята, что мы сделали? Мы сделали загон для панд. Вон они там кувыркаются. Ну, кувырки делают. Что с тобой? Добрый, у нас панда перевернулся, надо помочь. Так я говорю, кувырки делают. Надо и пузо почесать бамбуком. Не бей панду. Я пузо чесал. Ей больно. Так, смотрите, ребята, мы тут немножечко прибрались, вроде как сделали покрасивше что-нибудь. Ребята, мы переделали загон для свиней в тематический левел. У нас были джунгли, и теперь у свиней загон джунгли. А я думаю, чем ты так долго занимался там? Переделал загон. А также, у нас катастрофически не хватает места в сундуках. Все забито какой-то говниной. Надо бы поставить побольше сундуков. Давай, согласен, сделай-ка сундучки. А я пока немножко посмотрю, что у нас на новой стадии. Так, ага, где мне их тут поставить? Добрый, ты про самое важное не сказал. Про что? Площадка для... А, ну это мы просто забыли, когда жители спавнятся. И решили сразу построить площадочку для них. Вдруг на этой стадии заспавнятся. Как бы, кстати, кабан. Шо? Заметил, что у нас за... За 68 дней ни одна овца не заспавнилась. И ни один торговец, странствующий с ламами. Стоп, а реально, ребят, у нас ни того, ни другого. А зачем нам вообще овца тогда? Погоди. Шерсть сделать разноцветную, ты чё? Чтоб красиво было. А-а-а, у нас сейчас пустыня. Так вот, сейчас будет странствующий торговец. А, ну, кстати, да, возможно. Да-да-да, точно. Также, ребят, у нас появилось две лошадочки. Вот они тут стоят. Мы пока еще их не приручали, но... Они, в принципе, не нужны, мы, в принципе, тут все пешей доступности. Господи, ребят, что вы там делаете? Добрый, тут надо, походу, алмазную лопату делать. Нас тут ждет пустыня все-таки. Блин, у меня даже каменной, в принципе, нету. Сейчас, подожди. Хотя бы железную надо сделать. А, у нас есть железная лопата, кстати. Да? Тащи сюда быстрее. Uh-huh. Получается, погоди. У нас шестая стадия и всего 10 в день 68. Добрый, нам нужно ускорять копать блок. Потому да, что на самом деле, потому что мы уже не успеваем. Прийти. Но зато у нас все построено, у нас все хорошо, у нас есть все животные, в принципе, кроме овцы, но она просто не заспавнилась еще. Вот, надеюсь, в скором времени заспавнится. Так, поэтому мы сейчас две руки быстренько... О, житель! Кабан, житель! Куда побежал? Ты его ударил, поэтому блин, он побежал. Блин, обидненько. Да ты на меня, может, не будешь обижаться? Нет, он на меня обижается. На тебя, может, не обижается, кабан? Да, конечно, обижается. Мы с тобой вместе блок копали. Он думает, что мы друзья. Ну, ладно. Я надеюсь, заспавнится еще один. Или просто поиграемся с его детишками потом. Так, у меня почему-то кончилось дерево. Добрый белый бетон. Добрый, желтая керамика. Добрый, мы такие дома красивые сделаем. Кабан, подожди. Мне надо срочно сделать деревянную лопату. Деревянную лопату? Опа, вот и торговец. Смотри, он дает хрень какую-то. А почему он без лам? Я думал, мы поводки получим с него. У нас есть вроде поводки, три штучки где-то лежит. Что ты сюда пришел вообще? О, кстати, тропическая рыба, у нас вроде такой нету. 5 изумрудиков. У нас хоть есть изумруды, добрый, я не помню. Да, есть 5 штук, вот ровно накида. Я их себе кинул. Купи обязательно тропическую рыбу и вылей ее к нам в бассейн. Либо можно купить саженец темного дуба, у нас есть. Морской огурец можно купить, его вроде добрый у нас даже нету. Тут морской огурец. Ты ему это так-то в рот не смотрел, может плюнуть. Давай его этот в бассейн к другим морским огурцам. А мне надо купить рыбку. Снопы сена! Добрый, ламы же любят. Отлично. Да ламы-то надо плевать на нее. Братан, так, главное, у нас есть рыбка новая. Смотри, какая красивая, кабан. Добрый, я седлал ламу. Ты зачем?
У меня теперь есть своя лама. Чё там красивая? Рыбка, смотри, какая классная. Ё-моё. Дубра, она не ядовитая случайно? Кстати, подожди, а где наш дельфин? Где-то чего? Свистит. А, это попугайчик. Стоп, где дельфин? Попугайчик. Где дельфин? Он что, из бассейна выпрыгнул и вниз упал? Ну, да, видимо. А ведь я только придумал ему имя. Хлюмпи. Да ты, мне кажется, все под копирку придумываешь. Да. Вот ты, допустим, помнишь, как зовут вот эту черепашку? Да, Хрюнателла. Тихо, помоги! Добрый, ты сама пшеницу не чини. Это не я, это он. Ну слушай, уровень идет неплохо. Сейчас мы красивенько обделаем керамикой то, что не обделали. Блин, у меня опять инвентарь заполнился, что такое? Я говорю, тут инвентарь засирается вообще, прямо ну на ура. А, у меня уже засрался. Добрый, мне сейчас урбит мужик. Что ж ты не можешь? Кабанчик, видимо, нам уже придется скоро делать вот здесь вот ободочек вокруг нашего блока, чтобы либо они там падали либо в воду, либо в паутинке застревали. Что-то надо будет придумать. Погоди, давай паутину поставим. У нас есть? Потому что я не хочу умирать. Да, была же где-то, из сундуков тоже доставали. А вот, я нашел. Вот этот сундук в нижнем правом. В правом сундуке. Все, пойдем, все поставим и будем дальше блок копать. Ладно, пусть стоит, я все равно не хожу через эту дверь, не знаю, зачем она тут вообще существует. Согласен, согласен, пойдем. Так, ребята, у нас рейд. Чего так, кабанчик, забыли? Убегай, убегай. Я успел на грудник скрафтить, им сейчас жопа будет. Хорош. А что они вообще сюда пришли? Уф, а нам сейчас, кстати, нам сейчас жопа вообще. Если сейчас бык придет, то нам вообще жопа будет. Бык? Не, я ребята, ребята, не бойтесь, мы не дадим вас в обиду. Это рейд, это вообще так-то помогло. А он блоки ломает, если что. Какие блоки, где он? Покажите мне его. Сейчас покажут. Так, главное кушать не забывай и восстанавливать хп, потому что их очень много сейчас будет. Как они не вовремя. Ой, сейчас умру сейчас. Так, не бойся, страха нет. Да-да, он нормально наносит. Все, я выбил флаг у него, кстати. И сейчас будет жопа, кабан. Я не знаю, сколько это будет длиться на самом деле, но нам жопа. Быстрее, что надо? Что мы можем успеть сделать? Что мы можем успеть сделать за это время? А, можно лук сделать. Я сделал лук. Я не успел, кстати, я не успел, лук. Я не успел. Я тебе... Идет Боров сзади. О, господи, все. Надеюсь, он не пройдет сюда. Так, главное, чтобы жителей не убили. Блин, они жителей бьют. Потом накрафтим еще дома, у меня нету места. Нету места для стрел. Так, как нам быка-то убить? Сколько у него вообще хп? Он в паутине вроде застрял. Повезло. Не зря поставили. О, кстати, реально контр. Все, я убил быка. Осталось два нападающих. Черт, я в лоб жителю попал. Так, все, вроде. Нет, это еще не все, кабан, это еще не все. Как не все? Еще он восполняется, еще будет. Сейчас за что, ребят? За что? Ну, мы убили этого с флагом дурачка. Надо было его скидывать куда-то. Так, я спрятался. Идут. Да куда ты спрятался? Добрый. Да меня сейчас убьют просто. Ой, господи, сколько ведьм тут. Добрый. Да что, кабан? Я к свиньям домой. Давай. Я там и прячусь в основном. Он меня сейчас убьет. Так, тихо. Ведьму убиваю. Так, все, отлично. Нет. Все? Осталось нападающих один. Где-то еще сидит. А вот он к жителю сел. Это нормально, кстати, капканы для них. Блин, мне кажется, у нас жители убивали, кстати. Он еще восполняется. Чего? Добрый, ну как там у тебя? Мне меня сейчас пристало. Бык завалит. Черт, вонючий бык, откуда они взялись? Чего их так много? Не знаю, неужели рейд такой сильный? Так, тихо, главное, чтобы он попал в паутину. Все, кабан, мы можем его атаковать. У нас все жители сдохли. Нет, не можем. Черт. Что? Жители сдохли все, как? Он идет за мной. Ребята, это было тяжело. Блин, жители, конечно, много потеряли. Надеюсь, в этой стадии еще выпадут парочка хотя бы. Чтоб нам их размножать. Жесть. Какой там день-то у нас сейчас идет? 70-й. Чуть 2 дня только прошло. А, да, 70-й. Главное, чтобы были жители еще, потому что мы потеряли жителей, это очень печально. Так, тихо, аккуратно. Этот вроде без всяких приколов. Ребят, мы сейчас просто копаем полностью стадию, ничего больше не строим, потому что мы можем просто не успеть. Вот 2 дня вот уже копаем просто одну стадию, вот она все еще идет и не заканчивается. Она какая-то бесконечная, походу, я просто не знаю, когда она уже закончится. Добрый, тут это, сундучок что-то приболел или полюбил нас, я не знаю. В смысле, там сердечки, давай, там что-то классное должно быть. Ой, там тут лава, сгуз. Ой, подожди, стой, новая стадия. Это у нас получается ад, что ли? Погоди, там был сгусток магмы, порошок, блин, лава. Да, это ад. Ребята, кабанчик,
Ребята, да, тоже. Нам придется сейчас сделать какое-то сооружение защитное от гастов. Я прям не знаю, что сделать, потому что они могут нам тут все разнести. Да там еще и ифрит. Вот прикинь, ифрит вот сюда стреляет, у нас все загорается. Все сгорает, и мы умираем. Дерево вот это загорается, и все деревья от него загораются. И все, у нас загорает пол, сгорает все. Он то вот все сгорает, все. Ну, надеюсь, такого не будет. Понадеемся на удачу. Как бы я даже вот и вообще как бы... Вот один ифрит, и он все у нас похоронит. Так, у нас день 71 всего. Ну, в принципе, более-менее успеваем. Это уже у нас, получается, 7-я стадия, да? Да, 7-я стадия из 10. То есть у нас есть 30 дней где-то. Аккуратненько, Банчик, пожалуйста. Смотри, стой! У нас же была 3-я стадия, снежки. Снежками можно быстро эфритов убивать. Ой, точно, да-да-да. У нас остались снежки-то, кстати. Я все потратил. Ладно, 4 снежка. Добрый, ты давай далеко не уходи, потому что сейчас реально может начаться война. Кстати, у меня нету стрел, пойду пофармлю. Я просто смотрю, мало ли у нас есть снег какой-нибудь. У нас оцелоты всех куриц сожрали. Тебе вообще пофиг, да, я смотрю? У нас реально нету куриц? Да, нам как бы стрел надо делать. Я сейчас и ходил фармить, 22 штуки нафармил. На самом деле все проще. Мы просто сейчас берем... О, магма! Кабана, я тебе повторяю, пожалуйста, аккуратнее. Это очень опасная стадия. Добрый, я знаю, что я делаю... Тут видишь, дождь на нашей стороне. Нам сейчас как раз нужно давай, копать. Давай, давай. Петрович. Какой? Ну а, вот. Да. Аккуратно, только не ударь его, пожалуйста. Конечно, добрый, конечно. Ты, кстати, доделал стоит железный? А, вижу, тебе чуть-чуть не хватает. Вот, и как раз железо пошло. Так, давай, когда надо доделать. Так, я пойду все скинуть. Добрый, нам нужно быстрее копать, потому что дождь на нашей стороне, наконец-то. Ой, я очень боюсь гасов, на самом деле. Что они тут просто нас уничтожат. Давай, у тебя алмазная кирка. Так что давай ты копай, иди. Хорошо, сейчас, секунду, добрый, погоди. У нас есть 2 ведра лавы, давай сделаем бесконечный источник лавы. А его нельзя сделать, ты чё? Да я пошутил. Не умею шутить, что ли? Так, ребяточки, мы прошли адовую территорию. Чё, ты докопал уже? Да, смотри, уже 50 секунд, и будет новое, 9-е. Тогда по этому случаю я предлагаю приручить наших лошадок. А как они с этим случаем вообще связаны? Не знаю, просто сейчас... Покормим яблочками их. Так, какой тут у нас уже день-то? Ага, 83-й. Получается, мы что уже, чего достигли-то, добрый? Слушай, мы уже построили портал в ад, но там еще не были. Вот пойдем только сейчас. И также мы прокачали жителей почти полностью и скоро сможем покупать броню. У нас, в принципе, вроде все есть, сделал. Да? Да я всех сделал практически. Сделал. Хорошо, отлично. Вот, у нас заспавлился горем. Я предлагаю его, кстати, убить, потому что нафиг он нужен. А железо как бы, ну, полезное. У нас там с булыжником проблема, на самом деле. Надо немножко покопать в нашей новой ферме. А, кстати, да, еще же булыжник мы сделали. Только мы что-то криво. Также планирую приручить наших лошадок и поехать на них в ад. На лошадках? Да, но они не хотят, поэтому пойдем так. Я, в принципе, готов, у меня все есть вроде. Блоки есть, так, кирка есть, меч есть, все, я готов. Добрый, я на самом деле не знаю, что нам делать в аду, потому что у нас портал и так появится. Ну давай, по приколу просто сходим. Ну да, пойдем посмотрим, что там есть. Как думаешь, там один блок или нормальный ад? Я думаю, там один блок. О, все вроде нормально. Сейчас, наверное, сразу в крепости появимся. Так, нет, крепости рядом. Крепость, смотри! Ага. Здоровый это... дом фиксплея. Здоровый или здоровый в плане большой? Или он не болеет? А, стоп, погоди, чего? Фиксплея дом? Добрый! Не... Спускайся что? Быстрее, да ладно, это какой-то прикол, это ты пошутил надо мной. Ну, ты что, уже в аду был? Да, я пошутил. Так, что добрый, да это твои шутки, ну тут же не может быть фикс. Так, хорошо, ладно, проверим, дальше идем. Это что такое? О, что? Что это вообще? Это уже не я строил. Ну да, на твою руку не похоже. А, что? Что это за прикол? Кабан? Что? Кабан? Что ты добрый, что ли? Добрый, здорово, ребята! Здорово! Ёба, я уж думал, не выберусь отсюда. Да, короче, рассказываю. Строил я дом себе как-то, а лестницу обратно забыл. А, кстати, у нас у обоих всех проблемы. Ты вообще каким тут боком появился? А, так это, я тут один блок проходил, в ад пошел, да что-то свой портал потерял, ну и решил тут обосноваться. Да вот ресурсы кончились, сундуки поставил, а класть них нечего. Парни, вам повезло, у меня есть блоки, поэтому я поднимаюсь. Ну, мы тоже тогда за тобой прямо. Ай! А, ой, надо было чуть попозже. Да, подожди. Парни, мы как выбираться с тобой? Да сейчас не ссы. Ребята, а вы что тут делаете вообще? Мы проходим вообще-то 100 дней. Уже 83-й на канале. Парни, блоков не хватило немножко. Вот оно всё. Добрый, спускайся быстрее. Сейчас мы тебя закинем. А, все нормально. Тут а мы как выберемся, кабан? Так, слушай, у меня есть только... У меня на самом деле блоков вообще нету. Есть идея, кабан. Точно, конечно. Разбирай стены, я этот дом полгода... Нет, нет, иди потолок!
Потолок не трогай! Дурачок на кабане стены сказал, разбирай, не потолок. Да они так похожи друг на друга. Блин, нам добрый только, задачу усложнил, ё-моё. Ну в этом весь добрый, но мне всю жизнь усложняет. Чё ты там якаешь? Да, не хрюкай там. Так, ребяточки, ну все, мы выбрались. Смотри, в общем, с этим ты знаком. Уютненько. Ресурсы вон в том доме. Ага. Жители вон там вот. Ну, блоки. Короче, все, посмотри тут. Не прикол, ой, прикольненько. Бассейн ты наш алмазы. Вообще видел? Воу, а как в нем плавать? Вон там. О, ты, главное, подожди, ты расскажи, а что ты вообще тут делаешь-то? Да. Так я же вам рассказал, я был на своем одном блоке, зашел в ад, потерял свой портал, построился там. Теперь вышел здесь, на вашем основном блоке. Мы тут как бы уже, ну, 83 дня играем. Если что, у меня шел 249-й день. Я хочу рассказать вам грустную историю. Дождь пошел. Как вовремя-то, однако, так вот моя грустная история. Выходит, в этом мире был не один блок, а два. Но второй появился слишком поздно. Так, у вас 83-й день. Не плачь, черепашка. Через 200 дней после моего старта. Предлагаю убить дракона вместе, ребят. Погнали. Да, давайте так и сделаем. Ё-моё, погнали. Начинаем копать. Парни, тут это, драконье дыхание какое-то. А, ладно. Опа, сломаем. Отлично! За день, ребята. Да, ребята, мы за день прямо быстренько вскопали до следующей стадии. Ну, вы видите количество сундуков. Тут, в принципе, фикс нам помёг. И мы вот докопали. У меня 612 блоков. Кстати, кабанчик, покажи ребятам этот, свою эту постройку уникальную. Ребята, да, пока там ребята копали, ну я и до этого эту территорию еще делал, ну и сейчас доделывал. Вот, я сделал вот такую вот лесную, ну правда еще без книжных полок, зачарованию. Красота. А где книжки, кстати? Поставлю-ка эту сундук. Так, ладно, ребяточки, продолжаем, а то вдруг не успеем. Нам еще к дракону готовиться. Да, на самом деле тут все настолько нападало, что я уже готов к дракону как нельзя лучше. Давайте только штаны. Брат, ты посмотри, сколько алмазов я добыл. Тут 6, тут еще. Да все, мы сейчас будем делать алмазную броню и зачаровывать ее. И как раз апгрейд. 2, погнали. Так, это, надеюсь, последняя стадия перед драконом, или какая, или еще нет? 9-я стадия? Нет, да, походу еще последняя. Нет. По-моему, последняя. Хотя, нет, стоп, это не последняя, должна быть, должен быть эндерняк. Да, кстати. Это, видимо, это крепость. Стой, стой, все зоны повторяются друг за другом, сейчас земля была, сейчас камень идет. Да. Может быть, кстати. А там, возможно, это просто крепость, вот где как раз портал дракон. Блоки оттуда. Так, окей, какой сейчас там день-то идет у нас? 84-й, да? 84-й, мы же день целый копали, 84-й день. Да я потерял. Так, ладно. Фикс просто не останавливался копать, он уже засыпает. Я реально уже заснул. Посмотри, сколько у меня блоков, ребят. Да, посмотрю, 670. Господи. Так, опять вонючий сундук. Парни, а где блоки-то? Что-то не ломается. Кабан, ты проломал уже все, наверх посмотри. Вокруг посмотри, ты в портале. Ё-моё. Чё, портал? Все, мы прошли. Фух, это было сложно. Ребята, какой день? 97-й. О, нам почти, еще... почти. Мы успеваем. Тогда давайте... Я 13 дней копал, посмотри на мои блоки, сравнялся с добрым, блин. Ну ладно, я очаровался пока. Ребята, я тогда предлагаю как раз-таки на 100-й день пойти убивать его. Это нормально? На 100-й день? Ребята, это нормально? Апгрейд пошел, я сундук сломал. Ну ладно. Там в обычную зону. Так там дальше идет, он же бесконечный. Так, ребят, я создаю нам последний глаз, чтобы включить портал. Как ты последний? Там надо 2, 3, 4. Идет теперь подготовка до дракона. Нам надо поспать где-то 2 дня. Ну, где-то до ума, конечно. И да, мы соберем все самые полезные ресурсы и пойдем в бой. А у вас есть для меня кровать? Ребята, вставайте, блин, хватит спать, вы надоели. 3 дня, по-моему, спите, или сколько уже? Я уже через 3 дня сидел, вы мне кровать так и не поставили. А, сотый день. Ну да, как бы, ребят, 100-й день. Вот вы храпаны, конечно. Мы чуть дракона не просрали, быстрее! Погнали, в портал, парни! Тут застроилось, Это я застроил. Вас 3 дня не было, ё-моё. Ребят, стрелы мне дайте, блин, куда погнали? Да, давайте стрелы. Так, где они, где-то здесь были. Быстрее, сколько там день-то еще? А, только начался, отлично. Так, все, я иду тоже за вами. Так, подожди, блоки взяли, блоки есть у всех? Нет. Блоки, конечно, да. Взял. Гладкий кварц, куда без него. Так, морковка у меня еще есть. Отлично, все, погнали. Го-го-го-го-го! Гоу! Лего. Так. Куда копать? Отлично. По-моему, я мало блоков взял, ребят. Опа, первый готов. Хорош. Опа, второй. Сбил? Да. Так, я тоже сбил.
Конечно. Сколько раз мы играли? Я вообще еле вижу, если честно. Отлично, я попал. Нафига я сюда строился? Да. В принципе, отсюда видно другие кристаллы. Так, еще один кристалл готов. Сколько осталось? Парень, что ли? Все, все. Не, последний верхний, остался. Сейчас его сломаю. Сломали. Отлично. Хорошо. Все, убиваем дракона. Так, давай. Настреливаем. В этот раз мы полностью готовы. Максимально готовы. Давай, падай. Сейчас, ребят, с меча его будем бить. Давайте. Да мне кажется, он в воздухе умрет. Он сейчас не долетит идет? Просто. Жесть. Давай. Мы его расстреливаем. Давайте, валим его. Из лука попал! Еще попал! Хорошо! Отлично, парни! Яблочко в честь этого, яблочко! Фух! Еще на добивающий! Так, надо это было легко. Я надеюсь, день здесь не идет быстрее, чем в реальном мире, а то мы просрали. Да не, нормально, в принципе, все. У кого какой уровень? У кого меньше, тот крутой? 52-й. 42-й. Ладно, ребяточки, на этой ноте ролик подходит к концу. У нас резня жителей! Наконец-то резня! Спасибо большое Феликсу, что помог нам пройти Майнкрафт. Ё-моё, резня куриц! Да хватит меня перебивать, господи, дай мне закончить ролик! Резня свинюшек! Не убей свиней! Ты сам свинья! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Кабан Добрый и Фиксплей. Всем ребята, пока. Эта рубрика была очень сложная, поэтому, если вам такие видосы нравятся, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий, и всем добра! Всем, как я говорил, пока! Ай.